Ідэя выставы «Чалавек і прырода. Саюзнікі альбо ворагі» сумесная – музей і абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Асноўная яе тэматыка – праблема захавання прыродных рэсурсаў ад аматараў лёгкай нажывы і беражлівых адносін да навакольнага асяроддзя. А працягваць гэтую работу, рупліва адносіцца да прыроды і будаваць зялёную эканоміку, давядзецца тым, хто зараз атрымлівае веды ў гэтым накірунку – студэнтам профільных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў краіны. Сярод іх і студэнты географічнага факультэта Брэсцкага універсітэта імя Пушкіна. Я уже заканчиваю, студентка 4 курса специальности география. Достаточно близкая тема, и она актуальна во все времена. Природа – это наше все. Мы должны беречь и уделять этому особое внимание. И так как человек оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие, поэтому как бы этому моменту нужно уделять много достаточно внимания. Тема актуальна і блізка, так як наша спецыялізацыя – это географія і прыродапользаванне. То есть мы также изучаем і такі вопросы, как і браконьерство, то есть это прямой вред окружающей среде. Студентам это близко по той причине, что географы, они изучают природу, изучают какие-то аспекты, связанные в первую очередь с охраной природы, потому что взаимодействие человека и природы – это предмет географии, это соль географии. Им это близко по этой причине, потому что охрана природы нашего региона – это конкретные примеры на занятиях. Студентам расказалі аб тым, як супрацоўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету выяўляюць тых, хто хацеў бы скарыстацца агульнымі прыроднымі багаццямі на сваю карысць, і якое пакаранне за гэта можа быць. Толькі за мінулы год да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнута 850 браканьераў, якія выйшлі на рыбалку з забароненымі прыладамі, 150 за незаконнае паляванне, узбуджана 67 крымінальных спраў. Мы несём дзве цэлі. Першая цэль – это воспитание у подрастающего поколения рачительного отношения к природным богатствам нашей области, страны. И вторая цель – это профессиональная ориентация. Знаете, что есть такая организация, профессия которой – защищать родную природу. Юрий Пешур, Катерина Новик, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».